Меня опять поставили на провизию, но с таким условием, что я буду платить деньги ротному. Я платил деньги и стоял на провизии, выдавал провизию. По 100 тысяч, 100 тысяч я платил ему, чтобы быть на провизии, чтобы не идти на передок на боевые. Ротный продает бутылку водки за 35 тысяч рублей нам, кто хочет выпить. Но я выпить такой любитель, правда, я не обманываю. Нам по 35 тысяч бутылку водки продает, продал, например. Все, я выпил, напился. То же самое он напился, тоже пьяный. Приходит, начинает меня бить и штрафует на 50 тысяч за то, что я пьяный.